А в 3 из 5 контрольных точек столицы предельно допустимая концентрация дыма превышена. Об этом сегодня сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство усилило мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Отбор проб проводят ежедневно по показателям угарного газа, углекислого газа, двуокиси серы, диоксида и оксида азота. Всего с начала объявления ЧС по лесным пожарам на территории республики исследовано 196 проб атмосферного воздуха в районах и в столице республики. На сегодняшний день у нас превышение только по городу Якутску. По районам пока превышения ПДК нету, но угарный газ у нас на границе где-то 4,5-4,85 миллиграмм на кубический метр. ПДК 5. Это по 5 мониторинговым точкам здесь в городе Якутске исследования проводятся. Из них вот на сегодняшний день 3 мониторинговые точки превышения показывают по оксиду азота. Это на сегодня утро.